Всем привет! И сегодня мы вам обещали распаковку вот этой замечательной посылки. С надписью Beauty. С надписью Beauty Welt. Мир красоты просто-таки. Да. Мой муж Владимир Николаевич будет отрезать. Вот этими ножницами. Да, давай вскрываем. Вскрывай, Владимир Николаевич. Да, ну мы можем... Так ты вот так проведи. Видеть, что посылку, видимо, вскрывали, поэтому... Может, и вскрывали, да. Может, просто есть коробку так запаковали. Что вскрывали. Вот. Так, теперь тут давай. Открываем. Там открываем. Что-то есть. Там что-то есть. Кстати, все пытались угадать, а что там есть. И всякие говорили, расчески, там зеркало, косметика, заколки. Потом... Ну, нет, не пожалуйста, не надо так делать. Ладно, вот да, тут просто отрезать и все. Вот здесь. Давай я сама сделаю. Подожди. Кто-то на ТикТоке написал, что руки откуда-то растут. Да. Да, это можно как... я открою посылку? Я мастер по этому поводу. Ладно, после давай с этой стороны. Последний штрих. Так, хорошо. Ух ты! Только не обувь. А это обувь? Это обувь. Интересно, боже, какой размер? Помогите. Боже, какая гадость. Это детская обувь. Детская? Нет, это не Rampage. Детская. 39 размер. Вовка. Кстати, 30. Фу, она еще и грязная в краске. Такое, знаете, очень дешевое. Вау. Ой. Такое, знаете, пластиковое фу. Пластиковый, да, вот, 39 размера. Ладно, у меня 38 размер. Давайте пробовать, я его попробую одеть. Ну как вам, мои дорогие? Да, вот еще пара есть. Фу, как воняет. 37 размера. Китайщина. Видимо, они взяли 39, 37. Помните, все на Китай, писали Китай, Шрот, Тиму. Вот, вот он, есть, вот он. Это и есть это. И 35 размер. Да, товарищи, да. Кстати, странно, что косметика написана. Beauty Welt. Beauty, да. Это же липкие какие-то, знаете, как будто их кто-то просто взял и рукой покрасил. Просто взяли и кисточкой покрасили китайцы, сидели и рукой красили. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Да, здесь. О боже, прямо видно, как красили. Я даже евро не дам за такие кеды. Сколько бы вы заплатили за это? Скажите мне, сколько бы вы отдали за этот шрот? Как, шрот? Шрот там здесь писали. Я все время говорила, что это за шрот, что такое шрот, если есть слово шпроты. Вот. Очень дешевая пластмасса. Ну, вот так. Фу, какая мерзость, и не дам за это никогда 10 или 15 евро, ни за что. Хорошо. На выброс, в помойку, все это в помойку. Так, теперь угадываем, а что у нас здесь, остатки, да? Остатки в складку, как говорится. Остатки в нашей складке, да? Короче, здесь что-то гремит. А здесь что-то дорогое. Чувствуешь, что там какое-то... А, ой, почему я все время говорю... А? Я вот буду запикивать. Там какое-то фу. Вот что-то фу. Там какое-то... А тут что-то мы прощупывали. Что-то там есть такое. Но я не знаю. Что... На вещь похоже. Это как мягкое, но... Но одежда тоже не похожа на одежду. Ну, такая носки? Маленькая одежда не может быть. Подарок мужчине, носки. Носки на 20... А, опять нельзя говорить. Все буду вырезать. Носки. Носки, трусы. Да, что такое? Женские. Мужские. Мужские. Нет, там что-то мягкое. Знаете, похоже на какую-то, может быть, мягкую игрушку. Короче, угадывайте, что вот здесь бренчит.
очень даже некрасиво бренчит. И вот здесь. Я была так разочарована вот этим. Вова, одень. Одень это на себе. 35 размер пойдет тебе, нет? Одень это. Ой, ну это я понимаю, почему люди это вернули. Это return pack по-любому, который вот возвращают магазинам. Я понимаю, почему это вообще в принципе вернули. Качество очень плохое, да. Я просто пойду и выброшу это в ведро. Нет. Баки, контейнеры для переработки одежды. Не для переработки одежды, для приема одежды, которую еще в принципе может кто-нибудь одеть. Да. И мы это спустим туда, мои дорогие, туда и только туда. Фу. Ну вот такое вот сегодня видео получилось. Всем спасибо. Всем пока. Пишите ваши догадки. И до новых встреч.